Водочки? 4 пол-литровочки. Пиво? Да, 9 бутылочек. И сырку, конечно, к нему. Со слезой. Рыбу? Да, килечки. И шашлыки, конечно, будет. Да, на троих. 9 штук. Ага. Директор будет с нами. Он, главный, спрашивает, почему вы пьете? Где пьет один верблюд, житель пустыни. Рыбы, вы знаете, от меня жена ушла. В кино пошла. А на какой сеанс? На 18:45. Как вот на ночь поем, так всю ночь я БХС вас не вижу. А ты не спи. Правильно. И точка, и конец, и будь здоров. Рыбка, рыбка, где твоя улыбка?